Добрый день, дорогие друзья. Берег места отдыха. 23-я беседка. Сомик. Так, давайте сразу прямо оценку дадим, в чем он будет интереснее нам, в пляре. Котлеты? Мне он будет интересен посмотреть и его отпустить. Девчонки, сделайте балык. Балык сделайте. Нет, можно отпустить? Подожди, да, куда ты идешь? А может эту лешку? Ты не нырнешь, а? Вот здесь подлиннее его выпусти чуть-чуть. Ты что-то уже боишься. Он сейчас в камыши заплывет. Ничего, он же уже на удочке, он далеко не плывет. Он чтобы не порвался. Садок ниже опустите. Ниже. Я боюсь, она сама опустится. Да я потянула. Вот он. Не, не торопись. Это не сом, это карп. Это карп. Не торопись. Я не вижу твои подсадки. Она дергаешь. Подожди. Я, главное, забыла, что снимаю и... Это самое главное на рыбалке. Уже не пойму. Ты зацепила. Я понимаю. О, молодец, мальчик. Ну что скажете, женщины? Ой, супер. А вы? Она хочет. Она хочет отпустить.